Доброе утро. А вот и наша погода. У нас снег всю ночь шел. Сейчас вот дорогу разгребли машины своим проездом. Вот день. Последний день школьный закончился перед каникулами. Вон мое дитё идет. Самый последний уже. Все почти разошлись. Он, как всегда, такой медленный. Вон бабуля в салатовом костюмчике на горке. Здесь идет мой Идошка, картошка. И у меня предпоследний день практики. Завтра последний день, не заканчиваем. Все выходим на каникулы. Привет, зайка! Привет, ты говорил, что с этой двери выйдешь. Сюда, сюда. Привет. Идем. Все хорошо? Yeah. Поздравляю с началом каникул. Yay, mommy. А-а-а. I feel like an auto-sing believer from the beginning. Хорошо. Не начинай только петь, хорошо? Хорошо. Все, домой. Домой. Ты к Габи приходил сегодня? Да. Мишина полный кайфуши. Мы около школьной нашей площадки. Здесь очень большая горка. Сейчас ночью, конечно, не так видно, зато видно, как снежок летит в объектив. Снимаю я на телефон. При камере, я думаю, вообще бы ничего видно не было. Вот. Ну, в общем, одним словом, вот, детки по горочке съезжают, теряют свои калории после ужина. Мы пришли, на самом деле, время-то всего еще без 10:06. Но хотя бы есть освещение вокруг школы, а на выходных нету. Вот сейчас детки покатаются немножко. И все. Поехали, толкайте меня. Толкай, Габи. Толкай. Габи, ты где? Толкай. Идо, ты меня должен был толкнуть. Ой, ты хочешь со мной ехать? Да. Давай, Габи, еще чуть-чуть. Давай. Толкай. Все, Габи, все, спасибо, не толкай, больше не надо. Я тоже ку-ку. Кайф. Класс. По доброй традиции мы уже получили поздравления от наших риэлторов. Вот уже 4 года мы в этом доме. Это 4-е ихнее поздравление с Новым годом. Очень приятно. Такая красивая открыточка. Очень приятно получать такие поздравления. Понятно, что это какой-то ихнее, да, поддержка связи с клиентом, какой-то ихнее внимание, чтобы мы о них не забывали, но все равно приятно. Смотрите, мы вот получили фотографию. Идошка свою забыл в школе. Мы вот сделали фотографии деткам. У них же был день фотографии в ночи. Ну, где-то месяца два назад, наверное, уже. Если не больше. И вот мы заказали фотографии. Вот это Габуля. А Идошенька свою забыл в школе фотографию. Он ее принесет потом. Вот. Я занимаюсь уборками, приборками. Сегодня воскресное утро. Вчера вечером пошли спать, отдыхать. Вот как я мою кастрюлю. Когда мне лень мыть, например, там было пюре вчера. И я, ну, не замочила сразу, не помыла сразу. Что я делаю? Просто набираю немножко воды, немножко мыла для посуды. Жидкости вот этой для посуды. И все на плиту. И оно вот так все разогревается. Оно уже вскипело. Сейчас немножко отойдет. Все, 2 секунды, кастрюля будет чистая. У меня цель, видите, у меня на каунтертопе все-все заложено. Но я уверена, не только у меня, у любой хозяйки на кухне. Но знаете, чтобы все было под рукой, как говорится. То есть, вот и чайники, и кофемашина, и вот эта тостерница, и, в общем, миксер, и всякие вот эти мои все блендеры, и печечка, и вот здесь все приправы. Короче, все наверху. Ну вот, у меня такая цель. Сегодня постараться убрать все лишнее, что я чем не пользуюсь. Часто, во всяком случае, такого здесь много. И вот давайте завпечатлим эту картинку. Вот это до. Посмотрим, как будет после.
Привет. Hello. Что мы будем сегодня делать? Слайм. Итак, для слайма нам понадобится... Ну, я использую... Миллион, конечно, рецептов пересмотрела на YouTube, но дети просят, купить это нельзя, это можно только сделать. Значит, самое лучшее можно делать просто с водой, можно делать с крахмалом, можно делать столько всяких рецептов, с пастой, с мылом. Но мы делаем самый классический, как я поняла. Для того, чтобы он еще был пушистый, лучше использовать пенку для бритья, но у нас нету пенки для бритья. Поэтому мы используем Tide как активатор. Мы используем белые обычные клей непрозрачные, контейнеры, в которых это будет храниться, мерочные ложечки, смешивающие палочки или вилкой, можно как вам удобно, и водичка. Посмотрим, что у нас получится. Так, ну что, давайте поехали. Сначала мы возьмем... Мы начнем вот с этой ложки. Так, это какая у нас? Одна тейблспун, это столовая ложка. Значит, открываем ваши контейнерики и начинаем использовать. Значит, сначала мы откроем клей, который уже открытый. Возьмем габочка. Да, сюда. Надо подожди, доча, подожди, не спеши, главное. Выжимаем клей. Клей. И Доша, ты пока открой второй клей. Okay. Это новый клей. Oh, this is easy. Can you open it like fully? Да, да. Как okay. У Габи открыто. Okay, вытрясай. Oh, Mama, mine is black. And there's a black top. Это black top, потому что он еще закрытый. Так. Так, Габуля, хорошо, здесь мы уже все выдавили, молодец. Подожди, Габи, убери пальчики, это еще не слайм. Да. Кушать это нельзя. Ну-ну-ну-ну, Габочка. Молодец, все додавила, додавила. Все, хорошо, подожди, ничего не трогай, зайка. Так, это слайм. То есть это слайм, я говорю, это клей. Габи. Стоп. Ну. Очень много ты надавила, зайка. Габи. Иду. Иду. Тихонько, не кричите. Иду. Выжимай, сынок, только чуть-чуть. Можно сильно не давить, потому что это новая банка, в ней много. По чуть-чуть поддавливай. Хорошо. Нет, для того, чтобы стап, нужно перевернуть назад бутылку. Так. Закрываем. Подожди, да, ты можешь и помоги себе вот этой штучкой, подцепи, нет, внутри вот так почисти, чтобы... Габочка, не вытаскивай это отсюда, доча. Что случилось? А почему? Сейчас мы добавляем водичку. Водичке нужно дать половина. Сколько клея? На, Габочка, будешь наливать. На, наливай внутрь. Наливай. Так, молодец. И теперь мешай, мешай. Все, не плачь. Мешай, хорошо. Мешай, не надо плакать. Так, лежи. Ну-ка, наливай, сынок. Все, мешай. Да, мешайте, хорошо, хорошо. Главное, не спешите. Видишь, какой у тебя уже хорошенький? Ну, по чуть-чуть оно все уйдет. По чуть-чуть все уйдет. Это просто надо много работать. Габуля, работаем еще ручками, работаем ручками. Молодцы! Good job! Good job!
тоже делала такой? Алиса. А, ты видела, как она делала, да? Че, Габи, вот так, молодец, вот так делай, не ложи в коробочку, не ложи. Вот так, да, давить надо ручками, давить его сильно, давить. Молодец, вот классно, боже, а как это полезно для вашего ума, вот это упражнение. Это же мелкая моторика. Вот у нас получились слаймики такие, они там внутри лежат. Детки устали их крутить, вот такие кусочки. Закрываем в контейнер, чтобы он не пересыхал. И все, детки будут играться. Вам понравилось делать слайм? Да, Идаша? Expected. Wow. Wow. Габичка, возьми свой иди. Hold down. Вот такая вот забава. Да. I'm gonna play with it all day, knocking down. Вон в коробочке в твоей, там коробочка на столике, Габи, твоя. Открой, бери свой слайм. Разбирала посудомойку, вот решила избавиться от этих тарелки. Они уже вот такие вот поцарапанные все икеевские. Им уже я не знаю сколько, ну лет 5 точно. Видите, какие они исцарапанные. Я решила их выбросить. Они стоят недорого, можно будет купить заново. Тем более, детки уже большие, в принципе, можно и обычными. Мы уже Габи с обычных тарелок кормим, так что это отправляется в ресайклинг у нас, в мусорку. Выбрасываем. Достаем новогоднюю посудочку уже. А сейчас время пиццы. Ням! Ну что ж, дорогие друзья, возможно, так для многих выглядит их кухня. Моя кухня выглядела так только единожды, тогда, когда я покупала этот дом. Обратите внимание, никакой лишней детали, ничего лишнего, все исключительно минимализм. Надо. Именно так скоро и будет выглядеть моя кухня, по той причине, что мы будем менять верхнюю столешницу, которая называется каунтертоп. Мы будем выстилать кварц, светлый кварц. Естественно, плитка, которая называется бэксплэш, тоже будет другого цвета. Наш ремонт немного затянулся, но что поделать, у нас тут непредвиденные поломки системы обогрева были, поэтому, естественно, у людей, у которых бюджетно все расписано, влететь на ремонт в 500 долларов было не совсем ожидаемым. Вот, конечно, со временем мы поменяем тоже и освещение на кухне. Мы меняем вместе со столешницей, будем менять раковину, она будет тоже двойная. Меняем кран, мы уже купили. Причем кран будет с моей мечтой. Внутри будет, мыло будет изнутри прикреплено из-под низу. И вот здесь будет такой вот кранчик установлен. Вот, и оттуда, в общем, будет жидкость выливаться. Ну, в общем, одним словом, ребята, но, к сожалению, так это выглядеть не будет, потому что, конечно, многое я убрала. Пересмотрела, что мне нужно, что нет. И все-таки вот что осталось, вы сможете сейчас увидеть. Возможно, для обычной семьи этого было бы уже достаточно. То, что вы видите.
Но у нас есть еще чайник, у нас еще есть то, что прячется за холодильником, а именно кофемашина. Все-таки иногда мы пьем кофе из капсулы. Костина ланчбокс, сумочка для обеда. Еще здесь есть обычно две детские, но сейчас каникулы, я их спрятала от глаз подальше. С глаз долой, от сердца вон. Вот сказала. Ну, понимаете, это же не обычная семья, это семья, в которой живут дети. И это семья, которая, ну, как бы просто вообще, это люди, которые живые, живут и пользуются тем пространством и помещением, в котором они живут. А поэтому дополняются дополнительные, появляются дополнительные вещи на каунтертопе. А именно, зимует клубничка. Так как ей больше негде зимовать и мы бы хотели посадить, то вот такие проросточки у нас стоят на каунтертопе. И мы их поливаем раз в неделю. Выращиваем с детками вот такой авокадо. Видите, сколько корешков уже здесь? Вот такой вот он длинненький. Вот. Вот он стоит возле прям крана. Не чужды нам средства для посуды, да? То есть я очень надеюсь, что очень скоро я уже от них избавлюсь. Бутылки с водой, кастрюли какие-то на плите. И всякая мелочевка, вот. Так что я считаю, что и так я добилась хорошего результата. Максимально чисто, насколько это возможно. Очень освободилась рабочая зона. Что я делаю на своей чистой кухне? На своей кухне я делаю сейчас тушеную капусту. Я почистила, порезала лук полукольцами. Одна морковка у меня здесь на терочке натертая. Будем сейчас тушить кислую капусту из банки, которую я брала как-то на фри недавно. Значит, это будет наша начинка для spring rolls. Тесто готовое, на которое я уже купила в магазине, тоже в Нофрили на последней неделе. Так что будем пробовать. Пассируем и уже закинем нашу капусточку. Прошло уже около 20 минут. Можно видеть, что капуста действительно уже приобрела более желтый вид, желто-оранжевый. И благодаря моркови, и благодаря тому, что она уже начинает немножечко утушиваться. Постоянно я добавляю воды, можно кипяченой, можно просто из крана, из фильтра, простой какой-то воды, там минеральной, какую вы добавляете, чтобы она потихонечку утушивалась и не была такой жирной, потому что многие добавляют масло, я добавляю воды. По чуть-чуть все время кипяченой воды, потому что она как-то испаряется очень быстро. Хотя у меня все делается при закрытой крышке. Ну что, наш таймер дал знать, что работа закончена. Прошел, в общем-то, 50 минут. Капуста потемнела, она не стала коричневой, но она потемнела. В принципе, меня устраивает ее вид. Я выключаю сейчас конфорку, так как у меня электроплита, то она еще останется немного горячей. Я вижу, что воды здесь нету. Я добавлю сюда еще немножко воды и оставлю до завтрашнего дня. А уже завтра буду делать, наполнять, потому что она должна быть остывшая начинка и нужно жарить, поэтому это все, всем этим я уже займусь завтра утром. Так что встретимся с вами завтра утром. До завтрашнего утра. Доброе утро! Как приятно заходить на кухонку чистую, на которой не наставлено ничего, на шаешь. Ну, по крайней мере, пока что утром. Значит,
мы закончили вчера на том, что я жарила квашеную капусту с луком и с морковью. Гости немного поужинали, поэтому здесь меньше. Значит, нам еще понадобится мука и непосредственно сами листы обёрточные для egg rolls. Вот. И масло, чтобы лучше было видно. Вот масло, которое сейчас мы будем разогревать уже. Я, наверное, посмотрю на маленькую конфорку. Вот оно там будет разогреваться потихонечку. Значит, для чего нам нужна мука? Сейчас сюда добавлю, буду добавлять по несколько ложек муки, то есть в муку воды, чтобы сделать из этого клей. Итак, я могу видеть, что вот маслечко у меня уже начинает шевелиться, это значит разогрелось. Я приготовила уже эту пасту. В камере закончилась батарейка, поэтому снимаю на телефон. И вот мой рольчик первый. Значит, я беру немного, вот так вот буквально, начиночки. И так ее стараюсь раскладывать в длину. В длину. То есть в ширину. И сейчас будем ее сворачивать. Вот так вот. И вот так вот. Так, мне нужно зажать это очень хорошо. Секунду. Немножко далеко, но что поделаешь. На телефон снимать непросто. В общем, короче, делаем его, стараемся так хорошенечко его придавливать. Заворачиваем. И проворачиваем. И когда мы доходим до конца, остается треугольничек. Я беру пасту свою и смазываю вот этот кончик и продолжаю движение. Что получается? Это клей. Вот клей такой получился, который заклеил мой ролл. Все, и сейчас я выставляю это прямо в свою сковороду. Вот уже идет дымок, и я вот этой вот нижней склеенной частью закладываю в масло. Все. Так как начинка изнутри уже готова, внутренняя, мы просто смотрим, чтобы он стал коричневеньким, наш ролл. И, в общем, таким образом проделываем со всеми роллами. Результат я вам покажу уже, когда все будет готово на тарелочке. Ну вот мы почти на финишной прямой, уже образовывается второй слой. Мы сделали целую пачку этих листочков для роллов, 19 штук. Вот последние три доделаются, конечно, все захляпкалось здесь. В общем, готово.